Ты говорила мне про змей, что греются на камне. Ты говорила про детей, что спят в железной ванне. Не то ли в Горловке, не то в Попасной и Рубежном. Младенец в розовом пальто среди войны безбрежной спит, излучая свет во тьме, как солнышко живое. И что бойцы горят в огне, прикрыв его собою.